В штаб-квартире ЮНЕСКО состоялось празднование 30-летия Международной организации Тюрксой. 30-летие Международной организации Тюрксой отметили в рамках Дней турецкой культуры в Центре мировой культуры ЮНЕСКО. От имени послов турецких стран при ЮНЕСКО церемонию открыл координатор Йылман Абдуллаев. Со вступительной речью выступили заместитель генерального директора ЮНЕСКО Энтони Охеменгбоама и генеральный секретарь организации Султан Раев. В гала-концерте «Мы вместе» приняли участие артисты из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции и Туркменистана. В своей речи Султан Раев отметил, что организация Тюрксой, впервые создана в тюркском мире на протяжении 30 лет, вносит огромный вклад в сохранение культуры, духовных наследий тюркских народов и передачи его будущим поколениям. Тюрксой достойно выполняет миссию духовного золотого моста между тюркскими народами, объединенных одним языком, историей предков, одной судьбой, одной культурой, подчеркнул Султан Раев. Тюркская культура – это неотъемлемая часть общемировой культуры. Являясь наследниками древней истории и культуры, тюркские народы на раннем этапе человеческого развития от древних рунических надписей на камнях дошли невиданных высот в науке и философии, в литературе и математике, в медицине и астрономии. Они одним из первых создали в своей истории великие империи Каганаты, рожденные на широких просторах великой степи Казахстана, окрепшая на высотах небесных гор Тенгерто и осмысленная в глубинах священного озера Иссык-Куль, родина великих эпосов. Эта культура, сформировавшаяся в очагах великих цивилизаций в Самарканде, Бухаре, Хива и жившая в древних городах Мерве и Анау. Эта культура обширных просторов древнетюркских народов от Анатолии до Балкан.